22 июня 1941 года. Школьный выпускной. Мелодию вальса прерывает сводка Совинформбюро. Началась война. Вчерашние школьники прощаются с детством и уходят на фронт. Так о первом дне Великой Отечественной в творческом номере рассказывают ученики начальных классов Севастопольского политехнического лицея. К 9 мая ребята подготовили концерт. Я танцую «Смуглянку» песню и также пою в хоре, одна инсценировка «О той весне» и также «Дети, мир без войны». Я выступаю «Смуглянку», подготовил стихи сегодня и подготовил вальс танцевать. Я люблю наших ветеранов за то, что они очень стойкие. Они выдержали целую войну, которая длилась очень долго. Благодарен за то, что вот я сейчас вот выступал там. Ну, если бы не они, я бы мог там не оказаться. А стать хочу кадетом, потому что мой прадед, Потапов Федор Андреевич, очень отличился в Великой Отечественной войне. Я хочу пойти по его стопам. Не сдерживая слез, школьникам подпевают ветераны. Знакомые с юности песни «Войны и победы» с особым трепетом оживают в памяти, когда их исполняют дети. «Катюшу, землянку, вот мы пели в своих землянках, ну, партизанских землянках, те, которые были в лесу. Ребята с вдохновением и с таким торжеством все это. А это заметно, это очень ценно. Для меня это ценно. И внимание, и то, что вижу». Передать атмосферу военных лет – задача непростая для современных школьников. Подготовиться к концерту помогли на уроках музыки и севастополеведения. В первую очередь, конечно, это как дань памяти ветеранам, которые у нас еще живы, к счастью, которых мы можем видеть. Во вторую очередь, конечно, это как патриотическое воспитание для детей. Потому что наши дети слышат о войне, они ее не видели. Они очень глубоко в душе воспринимают вот все вот эти вот события. Праздничный концерт завершился постановкой «Бессмертный полк». Держа в руках портреты защитников Отечества, школьники прочли стихи. Анастасия Синица, Виталий Коломиец, информационный канал Севастополя.